Ты что, good morning? Yeah, we are on the Periscope. What are you doing? We are on the Periscope broadcasting. Yeah, say hello, Russia. Hello, Russia. Yeah. Wow. Wow. It's... Can they understand us? Yes, some of them speak English. But are you translating? Yeah, today. Люди спрашивают, вы умеете ли говорить по-английски, понимаете ли вы? Кто знает английский? В прошлый раз мы об этом говорили. I'm Guy. I'm from Melbourne, Australia. Yeah. Guy. Hi. Melbourne, Australia. Guy. It's like a, your name, like a guy, like a some good guy. Yeah. Yeah, you're a good guy. In French, it's Guy. Ah. Его зовут Guy. Он из Австралии. Australia. Yeah. Australia. Melbourne. Melbourne. И сегодня вы узнаете секрет на миллион долларов. I talk about so subject, so you know the secret for $1 billion. What is your secret for $1 million? My secret for $1 million. Uh-huh. If you're a dad, you're a father of a teenager, a girl, yes, or a boy, turn your heart towards your teenager. Work on the relationship with your teenager. Because they need you. They need you, and their life depends on you being an intentional dad who has got your heart and your mind and your attention turned to them. Okay, I need to translate. Значит, очень важно, чтобы у вас были хорошие отношения с вашими детьми, потому что они по вас скучают. Okay. I translate to Russian. Very good. Okay. Okay, thank you. Thank you. What if I'm not? Бывают, в общем-то, исключения. Да, сегодня мы находимся с вами в Лос-Анджелесе на конференции LoungeCon. С вами Алекс Авенга. Такой мой секрет вам на миллион долларов. Почаще выбирайтесь вот на такие мероприятия, потому что одна хорошая идея, одно хорошее знакомство вам может принести гораздо больше денег. Say hello, Russia! Paul. Hello, Russia! Yes, so... И вот такой вот маленький-маленький секретный секрет, возможно, вы о нем знаете. Он, в общем-то, в этом и заключается, что, просто как минимум раз в полгода нужно куда-то вытрясаться. Так что давайте подумаем, куда планируем. Потому что если сидишь в собственном соку, варишься, у тебя только собственные мысли, только собственные какие-то там проблемы, тебе что-то нужно, и ты чувствуешь, что ты упускаешь, возможно, что-то важное в своей жизни, да. Сколько стоит такая... конкретно вот это примерно мне обошлось в $5000. И каждому из этих, можете посчитать, здесь примерно 100 человек, какая сумма получается? Уже как минимум полмиллиона здесь, полмиллиона где-то здесь тусуется. Что за конференция? Это LoungeCon, одна из крупных конференций по запуску бизнесов в Америке, у Джеффа Уолкера, только что был Джефф. Значит, вот сейчас покажу, у нас тут такой маленький кофе-брейк, и поэтому я решил вам записать перископчик. Вот такой вот. Сидишь за круглым столом, сидишь, работаешь, придумываешь какие-то идеи, тут же что-то воплощаешь, тут же находишь партнеров, с которыми ты можешь это сделать. И вот в этом-то, собственно, и есть смысл. Аж зачем такие деньги-то платить? Обалдеть. То есть здесь не так прям много людей. В пятницу, субботу и воскресенье будет человек 800. Это будет продолжение этой конференции, только более массовое. И можете умножить 800 человек примерно на $1000. Сколько получается? Прикольно, да? То есть один из самых больших секретных секретов – это устраивать собственные конференции. По любой теме. По любой теме можно устроить какую-нибудь свою конференцию. Да хоть если вы, любитель подводного выращивания хомячков методом гидропоники, да? То есть вы... можете и на эту тему сделать конференцию, пригласить энтузиастов, людей, которые любят это все дело. И вы, как главный организатор, на этом всем еще неплохо можете зарабатывать. Так что просто 100 человек по $5000 уже неплохо. Но это только в Америке, вы скажете, да? В России, абсолютно разные есть конференции. И по $100 есть, и по 200, и по $1000. Да, это много труда, много трудов на самом деле, то есть это только звучит прикольно, но на самом деле в конце вы когда посчитаете, вы поймете, что да, в общем-то неплохо. Можно ничего не делать, чувствовать, что
только у тебя есть твои проблемы, они самые уникальные, и что, все равно ничего не получится, зачем эти, да, зачем это все, о чем речь. Ну, то есть, такой маленький-маленький секрет на миллион долларов, да, организовать собственную конференцию, вот, собственное живое мероприятие. Я думаю, в Америке мы сделаем живую конференцию по коучингу. То есть уже есть, родилось в планах. В следующем году, в конце следующего года, я думаю, мы сделаем конференцию для коучей. Да, на какую тему? На тему коучинга, то есть как быть профессионально востребованным коучем. Вот. Соберем на эту тему конференцию. Я думаю, и люди получат пользу, и мы заработаем, и все, в общем-то, в плюсе. Так что подумайте, на какую тему вы могли бы провести свою конференцию. Вот вам секрет на миллион долларов. Может быть, сразу не придут вам тысячи людей, которые там готовы платить по $1000 каждый. Но были ли у нас такие дорогие конференции? Мы в России делали недорого, сразу скажу. Мы делали $100-200 максимум за входной билет. Мы делали конференции по персональному бренду, по бизнесу, по инфобизнесу. Да, вот конференция «Уйти с работы, создать пассивный доход». Да, по путешествиям у нас была большая конференция «Как зарабатывать в путешествиях». Мы приглашали разных путешественников, людей, которые зарабатывали в путешествиях. И вот люди, в общем, зажигали. Сколько моя конференция будет стоить? Я не знаю, думаю, баксов 300. То есть начнем с какой-то базовой цены, будем повышать. Так что в следующем году мы будем делать конференцию в Америке. Вот такая мысль у меня сегодня пролетела. Думаю, прикольно, надо делать. То есть, что болтать, надо делать. Да, доброе время суток. Посоветуйте, пожалуйста, современную действенную книгу. Книга называется «Как зарабатывать в путешествиях». Она есть на Озон. Эта книга есть на Озоне. Это моя книга. Я тебе ее от души рекомендую. Это лучшая книга на свете. Ну, на мой взгляд, конечно же, как автора. Где она будет проходить? Ну, 100% в Калифорнии. В Калифорнии. Мне в Калифорнии нравится. Ребят, вам тоже понравится, если вы еще здесь не были. Так что готовьтесь, в конце следующего года будет конференция. Будем делать, будем собираться, будем на тему коучинга всю эту историю запускать. Так что подумайте, какая ваша может быть собственная конференция. Может быть, там лежит ваш следующий миллион долларов. С вами был Алекс Айвенго. У нас мне пора, у нас перерыв заканчивается. И до встречи в следующих эфирах. Пока!